Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В столичном регионе продлен желтый уровень погодной опасности. Как сообщил Гидрометцентр России, погода потенциально опасна из-за гололедицы. Уточняется, что предупреждение действует до 4:00 31 января. Напомним, ранее сообщалось, что 29 января температура воздуха в Москве составит 0 плюс 2 градуса, по области – минус 2 плюс 3. На этом у меня пока все, а больше новостей из жизни столицы не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!